Всем привет! Сегодня бы я хотела с вами поговорить на довольно-таки интересную и распространенную тему. Это типажи лица в модельном бизнесе. Первый типаж – это классический, это овальное личико, средней по величине глаза, пухлые губки, тонкий нос. И такие модели достаточно долго работают за счет того, что у них достаточно универсальная внешность. Но такие модели имеют не огромный, но минус в том, что глазу не за что зацепиться. То есть у моделей таких нет какой-либо изюминки. Далее, baby face. Это, конечно же, кукольное личико, большие выразительные глаза, пухлые губы, опять же, маленький аккуратненький носик, и такие модели очень востребованы на азиатском рынке. Далее, это коммерческий типаж. Таких моделей мы чаще всего встречаем и видим в какой-либо рекламе. У них прекрасная, шикарная голливудская улыбка, и грудь у них можно заметить пышнее, чем у обычных моделей. Такие модели очень востребованы для съема каких-либо музыкальных клипов и для рекламы нижнего белья. На самом деле у модели может быть смешаны два типажа, потому что грани между как раз-таки вот этими типажами очень размыты. Следующий типаж – это strong face. Это пугающий, знаете, такой пугающий четкий взгляд, это широкие густые брови. И у них очень сильно выражены у таких девочек скулы. Далее это, конечно же, стрендж. Я вам скажу так, что в переводе, в принципе, это означает как необычная внешность. То есть внешность с изюминкой. У таких моделей обычно огромные глаза, знаете, такие прям кукольные. Или же губки бантиком, и такие модели смотрятся в кадре очень выразительно и хочется разглядывать. На сегодня все. Я надеюсь, что была вам полезна. До встречи!